Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и вы, наверное, сейчас задаетесь вопросом, что это такое? А это, ребята, новая игрушка, которая вышла сегодня, она называется Rocket League. Если вкратце, это миниатюрные машиночки, как у всех у детства были там на радиоуправлении, и футбол. Ребят, это, мне кажется, офигенное сочетание, и давайте мы, наверное, сейчас попробуем. Если игрушка вам понравится, то мы, наверное, сможем в нее все больше и больше и больше играть, если, конечно, вам будет приятно это смотреть. Тут есть кастомизация машины, тут хоть они миниатюрные на радиоуправлении, но тут можно менять вплоть до всего. А как это получать, выигрывать в играх? Ребята, чтобы сразу себя не утруждать, чтобы не нагружать себя, давайте мы сначала попробуем поиграть против ботов. Это моя первая игра, все что я делал, это я зашел в тренинг и немного потыкал клавиши, чтобы узнать, что и где находится. Дайте-ка я одену наушники. И давайте, ребята, мы попробуем. Первую игру мы сделаем против ботов 2 против 2. Сейчас. Где скачать, где купить игру, потому что она находится в Steam, где ее купить, я оставлю ссылочку в описании. Если имеете желание или просто-напросто хотите проведать эту страницу, то заходите, ребята, туда. Ссылочка есть в описании. Какую бы карту выбрать? Какую бы карту выбрать? Давайте вот эту карту выберем. И Team Size 2 против 2. Сложность ботов. Без ботов. Обычные. Про и, короче, звезды мирового футбола. Давайте пока что обычные. Потому что, ребята, это первая моя игра. Я, если честно, не знаю, что и как. Я видел, как в нее играют там пару недель назад. Да, она вышла сегодня, но пару недель назад там вроде закрытое тестирование было. И все же, оранжевая команда или синяя? Давайте в синюю. На русском языке ее нету, только на английском. Так, ребята. Опа, сейчас нам запинает уже голик. Это круто, смотри, вот такие миниатюрные машиночки. Ай, нет! Фу, чуть нам... Я уже думал сейчас... Да, стоять. Тут, знаете, немного нужно разобраться с этим управлением, потому что оно, если честно, немного тут такое сложноватое. В том смысле, что не так тут и просто попасть по мячу, как вы думаете, да? То есть... Ух ты, ну ты мудак, мой бот с моей команды, наоборот, мяч отодвинул от ворот, а я хотел уже... А я хотел уже его забить. О, почти. О, вот Эдисон косоватый. Ребята, вы не думайте, что это так просто. Если честно, это очень тяжелое тут управление. Ой, ой, ух, штанга нафиг. Тут реально очень тяжелое управление. А не думайте, что тут так просто можно попасть в мяч и просто так забить. Ой. Забить удар. Тут очень сложно попасть. Это прям, знаете, какая-то немного... Нет, не забивай, не забивай! Нам уже первый гол забили. Давайте посмотрим, как это было. Тут матч идет 5 минут. За 5 минут ты должен забить больше голов, как, ну, как обычно, как в футболе, да? И, как я вижу, нас уже ребята понемногу пинают. Тут буст есть, видите, можно... Можно включать... Турбо, можно и так это назвать. Ай, главное не продуть свой первый матч. Главное не продуть свой первый матч. Ребята, управление тут реально очень сложное. Вы не думайте, что это так простенько кажется, но попасть по мячу это не простенькая задача. Ой. Да чё ты, я никак не могу попасть. Прям, знаете, эта игра... Ай. Месси одобряет, если честно. Месси одобряет, потому что она и реально мне нравится. Такая, почти. Такая развлечься с друзьями, и это очень круто. Это, знаете, как в КС-ке, тут есть ранговые системы. Тут есть ранговые системы, то есть... Ай. Тут есть вот эти соревновательные режим, да, игра двое против двух, игра со своими друзьями. Игра... Да почему вот этот мяч такой, вроде такой крупный, и попасть по нему так тяжело нафиг? А мой еще тиммейт какой-то прям нереальный олух. Не, чтобы он мне помогает. А смотрите, он еще в свои ворота мяч толкает. Вот дебилоид. Он сейчас гол себе забьет. Я его убил. Тут еще можешь и убивать нафиг. Ребята, что-то мне кажется, что мы сейчас продуем.
Я опять его убил. Ага, тут, наверное... Прям Месси какой-то. Тут, наверное... Ух, ты смотри, как я его эпично убил. Тут на большой скорости, наверное, когда врезаешься, то прям его расквасывает. Прям в лепешку его. Давайте дальше попробуем. Бум, 3 секунды. Ух ты, я даже почти сразу с центра забил. Кто меня оттолкнул нафиг? Да вашу... Я хочу буст поднять. Вот это буст, ребята. То есть это турбо, можно сказать. Вот видите, я уже потихонечку начинаю учиться. И следующую игру мы, наверное, уже против про сделаем. Если, конечно, еще эти нас не выиграют, да? Эти нас еще не выиграют. Так, осталось 2 минуты, ребят. Осталось 2 минуты. Ну, да, да. Это уже, можно сказать, очень простенько. Это уже очень простенько. Я уже прям с центра заталкиваю мячи. Мне кажется, следующую игру уже нужно будет против синеньких. Ну, не прям синеньких, а таких проботов. Ух, отбил. Отбил нафиг. Видите, тут даже назад можно. Как это называется в футболе? Нет. Да, ну как бы, вот, смотрите, если получится. Удар назад вот такой. Нет! Я бы мог, смотрите, я бы мог вытолкать, смотрите. Я прям, смотри, возле него так проехался, сзади него. Он прям так на линии катился. Ребята, тут реально управление немного такое сложновато иногда вот бывает в таких ситуациях. Поэтому не думайте, что это все так просто. И это еще плюс тому обычные боты, да, то есть самые слабенькие. А что будет на экспертах там? Что будет там на экспертах? Дайте мне буст. Главное, чтобы этот... Главное, чтобы этот дебил сам себе в ворота не затолкал. Мяч, а то видите, мой тиммейт какой-то Батяндр, в принципе, он и есть Батяндр, смотрите. О, хотел назад, но не получилось. Он и есть, в принципе. Ой. Ах ты ж нафиг, какое тут управление. А, тут можно переключить управление, да, то есть автоматически тебе наводится на мяч. Можно, чтобы тебе на мяч наводилось, а можно, чтобы свободное управление было. Я не знаю, честно, когда какое лучше. Я не знаю, когда какое лучше. Так, сейчас. Сейчас. Да иди ты. Я говорю, вот с моей команды он прям какой-то лопушок, наверное. Вот тут. Кто меня там толкает сзади? Он прям сзади не помог. Главное, чтобы сейчас на последних секундах нам гол не забили. Ой, тюпучи. Я чуть себе не забил. Так, вот, замечательно. Давай. Ух ты! Да. На последней секунде я под... Смотрите, я подтолкнул мяч. Бам! И он катится в ворота с другой середины, с другой части поля. О, это дебил сам себе подтолкнул. И сейчас, ребята, последняя секунда матча. И потом, может, мы даже что-то выиграем, какую-то улучшенную часть машинки. Все, да, мне сразу три ачивочки дали. Ух ты, keep now. Смотрите, круто. У меня практически уже второй уровень, ребята, Так, давайте выйдем в главное меню, смотрите, в гараж. Смотрите, это офигеть просто, это наша машиночка сейчас. И у нас еще есть три открытых. Вот это. Но это не... Это какая-то толстенькая машиночка. Прям кажется, как будто она объелась, не знаю, там, гамбургеров. Это прикольно. Это прям, я не знаю, такой... Не знаю, джип, да, такой крутой джип. Это гоночная? Фу, как громко нафиг. Это джип. X-Devil. Я вот эту хочу. Она мне почему-то напоминает Бэтмобиль. Вам не напоминает случайно Бэтмобиль? Вот эта машиночка. Я ее возьму. Дальше. Ух ты, тут раскрасочки есть, смотрите.
Офигеть, смотрите, ребята, тут даже раскрасочки есть. Давайте мы пламя возьмем. Во. Ребята, это прям... Так, основной цвет. Так, основной цвет... Нет, Blue Team. Так, примери, вот. Основной цвет я не знаю. Наверное, в принципе, вот этот я ставим. А вот этот... Этот я, если честно, пока что не знаю. Давайте, может, красненьким? Или с... оранжевым? Вот, давайте вот так. Металлик. Вот. А оранжевая команда? Ух ты, это вообще круто. Только, мне кажется, тут белое не будет крутое, а будет, например, даже тоже... Нет, черное нет. Вот синее. Это обычное, это металлик. Вот так пускай будет. Класс, дальше. Тут даже, ребят, смотрите, тут даже можно модифицировать. Офигеть, тут даже колеса можно. Какие у нас? У нас вот эти. Эти уже круче выглядят. Эти нет. Эти что сейчас у нас? Эти нет. Вот давайте вот эти. И тут куча еще разных вот этих модификаций, которые у нас еще не открыты. Так. Это то, что сейчас у нас. У нас вот это выходит, да? А что это такое? Вот. Это огонь обычный, да? Стандарт Red, да. Стандартный огонь. Это... Тут даже можно выбирать, что у тебя будет из выхлопной трубы выходить. Pink. Pink я не хочу. Blue. Yellow. Я не знаю, честно. Это стандартный. Давайте вот этот. Тут шапочки даже можно, видите? То есть шапочки на машинку. Но у нас еще нету никаких шапочек. Они все закрыты. Опа, смотрите, что тут можно. Прям как, знаете, действительно в таких машиночках на радиоуправлении можно сверху вот это. А флаг своей страны. Ну, ребята, я как украинец, я живу, жил в Украине там, не знаю, 4-5 года. 4 года на... Короче, около 4-5 лет назад, 4-5 лет назад в России я не жил, но Россия как бы нормально, я ничего не имею против. Вот Украина. Я как бы живу сейчас в Португалии, кто не знает. Ну, ладно. Поставлю честь своей страны. Пускай будет. Дальше. Все. Круто. Давайте сейчас в тренинге проэкспериментируем. Ух, какая она крутая. Смотрите. Это прям реально какой-то Бэтмобиль. Ух ты. Галиссимо нафиг. Ребята, это реально тренинг. И, в принципе, это... Действительно прикольная игра, мне она нравится. Плюс тому, мы первая игра, это мы играли против ботов. И мы плюс тому уже второй уровень себе практически набили, протюнили свои тачечки, сделали даже какой-то Бэтмобиль. А какая тут скорость максимальная? Так, сейчас. Это тренинг, поэтому тут буст у вас максимальный. Да, вы можете гонять. А ну смогу ли я? Смотрите. По потолку, ребята. Офигеть. Классно, реально классно. Мне нравится эта игра, потом даже можно будет со своими подписчиками играть. Устраивать вот какие-то соревнования, да, там 2 на 2, там 3 на 3. Мне кажется, это реально будет прикольно. И даже если исключить вот эту игру с подписчиков, но я постараюсь поиграть, кто будет иметь эту игру, кто захочет вообще поиграть. Может даже будет играть в соревновательный режим против других игроков, там, других стран. Мне кажется, это реально будет очень круто. Поэтому, если вы хотите... больше видеть эту игру, если вы, в принципе, хотите, чтобы я дальше продолжал в нее играть и вот так веселиться, потому что реально прикольная игра. А хоть я и в первый раз в нее играю, но мне реально она понравилась. И не думайте, что тут так просто вот с этим управлением, как я уже сказал, потому что реально управление тут немного тяжеловатое. Тут не так-то и просто попасть в мяч, который находится где-то в воздухе. На земле не так-то и просто в него попасть. Хоть он и большой, по сути, да, но все же. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Если вам все-таки понравилась эта игра, мы сможем... Сейчас. Смотрите, что я хочу сделать. Проехаться так по стеночке с максимальной скоростью, и сможем ли мы перелететь ворота. Смотрите. Опа. Не, он заходит внутрь. Но все же, ребята, если вы хотите
чаще видеть вот эту игру, если вы хотите, в принципе, чтобы мы вообще продолжали в нее играть и развиваться в ней, потому что тут различные кастомизации есть машины, вы сами видите. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, вы знаете, что я всегда ценю, очень сильно ценю вас, своих подписчиков, и также лайки, комментарии, которые вы оставляете. Лайки — это большая мотивация для меня. Не говорите, что там Эдисон зажрался, что он выбрасывает лайки. Ребята, я много раз вам повторяю, я вас никогда не обманываю, то, что лайки мне ничего не дают. Все, что лайки дают, это пробивает твое видео в топ, и также дают отдельную мотивацию ютуберу для записи новых видео. Поэтому, чем больше лайков, как я сказал, больше лайков для меня, больше видео и чаще видео для вас. Давайте вот так еще. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть... Ух ты, нифига себе! Если вы хотите видеть... видео как можно чаще, там, несколько видео в день, или просто-напросто какую-то определенную тематику, там, GTA 5, Minecraft, или даже вот эту игру, ребята, поставьте лайк, если набираем, например, я не знаю, сколько там, 300 лайков на этом видео, то сразу же выходит новая часть этой прикольной мини такой игры, потому что она мне реально нравится. Ссылочка на нее в описании, ребята. Также оставляйте свои комментарии, я всегда рад почитать ваши комментарии. Я, наверное, один из немногих ютуберов, который общается так со своими подписчиками, который отвечает на их вопросы. Поэтому, если вы хотите что-то спросить, посоветовать или что-то узнать, или не знаю, еще что-то, то, ребята, пожалуйста, напишите комментарии под видео. Я постараюсь его прочитать и также постараюсь на него ответить. Подписывайтесь на мой канал, буду рад каждому новому подписчику. Я слежу за своими подписчиками, я действительно радуюсь, когда кто-то на меня подписывается. Поэтому, если ты на меня подпишешься, я буду этому очень сильно рад, и ты вступишь в нашу большую дружную семью. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Прощаемся со своим Бэтмобилем, потому что он реально как-то вот так выглядит прикольно. Мы еще его и протюнили, прям Need for Speed какой-то. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем сейчас гол будет. Всем пока.